семейного фотографирования один из флагов, а именно украинский, упал. На фотографиях, которые мы вам можем показать, видно, что сначала лидеры фотографируются на фоне 5 флагов, четверо переговаривающихся и белорусский флаг. И чуть позже одного из флагов украинского уже нет, он на полу. Его, правда, очень быстро подняли, и остается лишь постучать по дереву и надеяться на то, что это не неплохое предзнаменование. Тем более, что информация из-за закрытых дверей, как вы правильно, Максим, сказали, приходит все-таки положительная, как надежда на подписание какого-то нового мирного плана по мирному регулированию. Надежда такая есть.